Совместно с сотрудниками охотнадзора и сотрудниками полиции МВД России по Рязанскому району задержаны два гражданина, которые осуществляли незаконную охоту. Вот, можно сказать, что у них находится при себе два огнестрельных оружия, одно нарезное. Вот, в настоящее время сейчас составляются необходимые документы по изъятию данного оружия из гражданского обороны. Вот, и данные лица будут привлечены к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации. Ну, скажите, пожалуйста. Вот на коврике. Это гильзы. А что? Ну, положите на место. От мелкашки, от карабина. От карабина. Карабином кто у нас владеет? Ваш... С вами кто находился в машине? Карабины одинаковые, что у меня, что у него. Юль, составляйте протокол осмотра. Вот гильзы лежат. Сейчас 4 часа. Пойдемте сюда сразу, пройдите. Вот, потом. Заснимите сразу, пожалуйста, еще имеются стрелянные гильзы. Патрон целый? Патрон даже целый и гильза стрелянная. То есть... Где патрон? Вот патрон лежит, следом гильза стрелянная. А где конкретно где производилась стреляли? Стрельба? В каком месте? Да вот здесь. Здесь. Из какого оружия? Из мелкашки. Калибр. У вас одинаковый калибр, да? 56, да.